Надо в два сложить. Желаю тебе удачи. Спасибо. Мы выиграем. Александрия и в Кургаде, знают русский язык, чтят наши традиции, поют наши песни. Спасибо большое, Александрия. Мне очень приятно то, что русская культура не забывается. Я хочу поблагодарить тех учителей,
преподавателей и педагогов, которые с ними работают, которые поддерживают наши традиции, которые учат их русскому языку. И вообще-то мне понравились очень все. Мне было сложно выбирать лучшего. И, в общем-то, я поставила всем почти что высший балл. Спасибо большое. Сказать огромное спасибо ребятам, всем кургодинцам, естественно, за то, что они в такой непростой момент египетской истории не побоялись и за несколько сот километров приехали сюда. Огромное спасибо. И спасибо, естественно, каирцам. Все выступление было, конечно, потрясающе, но на меня больше всего произвело впечатление, это, конечно, каирская кадриль. Спасибо огромное, ребята. Спасибо. Хочу поблагодарить организаторов, ответственных организаторов от Координационного совета город Александрия, клуб Александрия, за гостеприимство. Мы приедем еще. Нам понравилось. Мы ждем, С минимальным отрывом победил клуб «Надежда Каир». Минимальный, это буквально... Грамота за первое место в фольклорном фестивале награждается клуб «Надежда». Кургада. Ну, кургадинцы. Вперед, мире. Спасибо. Ура! Вот так. Вот аплодисменты зрительного зала при зрительских симпатий получает команда из Кургады. Ну, Влад, улыбнись вот сейчас, а круто снимаю. Улыбнись, ты в кадре.